Анонс и точно до выхода 20 серии турецкого сериала «Камень, ножницы, бумага». 20 серия сериала выйдет в эфир 23 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Умуту приходится сталкиваться с новыми проблемами перед предстоящим судом над Халидом. Парень очень встревожен, но собирается идти до самого конца, даже если ему придется столкнуться с чем-то непреодолимым. Фиджир выглядит потерпевшим рассудок. Мужчина смотрит на пистолет, и он точно готов им воспользоваться. Он становится все решительнее в своих действиях. Умут сидит рядом с отцом. Он переживает о мужчине и о том будущем, которое их ждет. Заседание Халида наступает. Несмотря на все попытки, мужчина получает свой приговор. Он не может поверить в то, что все это и в самом деле происходит. Но реальность оказывается с мужчиной невероятно жестока. 20 серия сериала выйдет в эфир 23 октября. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.